вам мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Алена Эпштейн. Доброе утро. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Сегодня пройдет третий республиканский форум социальных предпринимателей, направленный на объединение представителей в сфере бизнеса. Площадка проведения – здание Госсобрания Курултая. На форуме будут работать несколько дискуссионных площадок. Инновации в образовании и сфере культуры, вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями и поддержка социального предпринимательства. Также состоится награждение лауреатов республиканского конкурса «Лучший социальный проект года 2017». В рамках форума предприниматели смогут задать свои вопросы представителям профильных министерств и ведомств. Принять участие в форуме может любой желающий. Организаторы форума – Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан и Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму. Согласно официальным данным, потребительские цены в Башкортостане к октябрю выросли на 0,3%. Как сообщает служба статистики, цены в целом по стране выросли на 0,1% меньше. Отмечу, что в три предыдущих месяца цены в регионе снижались. С начала 2017 года инфляция в регионе составила 1,1%. В годовом исчислении 1,8%. Основное влияние на замедление инфляции в сентябре оказало снижение цен на отдельные виды плодово-овощной продукции. Более чем на 11%. Подешевел также сахар и ряд других продуктов питания. На непродовольственные товары цены, напротив, выросли. В промежутке от 0,4% на меховые изделия до 4,5% на обрезные доски. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкортостан находится на 6-м месте с показателем самой низкой инфляции с начала года. Возглавляет рейтинг Республика Мордовия с показателем 0,6%. На 2-м месте Самарская область 0,7%. Замыкает тройку Саратовская область. Инфляция наших соседей из Татарстана 1,6%. Сегодня все налоговые инспекции Башкортостана проводят день открытых дверей. Желающие могут ознакомиться с подробностями зачисления и уплаты налогов и задать специалистам свои вопросы. В числе популярных вопросов жителей республики – сроки, порядок и взаимодействие с налогами на имущество. Как сообщает налоговая служба, сотрудники проведут различные семинары и видеопрезентации на темы вычеты и льготы для собственников, новый порядок расчета налогов, имущественные налоги, а также ставки и льготы по ним. Кроме того, можно подать заявление о наличии ошибок в налоговом уведомлении. Акция продлится до завтра. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Доллары и евро незначительно подорожали. Курс американской валюты увеличился на 1 копейку и оценивается в 59 рублей 25 копеек. Евро в плюсе на 8 копеек, 68,78. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в банке Телекоммерции за 59 рублей 20 копеек. Продажа в банке Финам за 59,45. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке БКС за 68 рублей 70 копеек. Комиссия до 3% за обменную операцию. Продажи также в Телекоммерцбанке 68,98. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК Уфа. Смотрите наши выпуски в течение дня.